они просто свиньи. Не так высокоразвитые, как твой парень. Нет, я про тебя. По-моему, ты отказываешь ей в работе только потому, что она красивая. Ты злишься, что я не нанимаю сексуальную красотку? Может, вернемся в прошлое и все-таки наймем ту няню-шведку для Кристин? Как там ее? Эльга, Ольга, неважно. А ты вообще смотрел ее проект? А не Юля, это проект. Может, кого-то из ее компании? Не боже, что из-за моей, знаешь, красоты мою работу не ценить по достоинству. Шерри, не за внешность. Не только за внешность. Парню пришлось умереть. Что? Прекрати. Да ладно, парням на совете директоров есть теперь на что посмотреть. Знаешь, это очень обидные слова. А да. И почему я единственный в этом доме, кто вылезает из кровати уже красавчика? Если мне на роду написано быть серой мышкой, то и тебе тоже. Посмотри на часы. Поторопись, а то опоздаем в школу. О, нет. Эй, может, дороги станут безопаснее. Не будешь краситься, глядя в зеркало заднего вида. Нет. Ехать в школу в таком виде. Посмотри на меня. Не смотри! Спасибо.